Руководители многих украинских предприятий Донбасса сами перешли на сторону ДНР. Об этом заявил глава республики Александр Захарченко. Он приехал на Донецкий металлургический завод, один из крупнейших в отрасли. Вот что Захарченко рассказал о перспективах ДНР. Они, которые предприятия, руководство осталось полностью прежнее и поддержало нашу. Поставленную задачу они поддержали, выполняют, и никаких проблем нет. Сегодняшняя день задача обеспечить бесперебойную работу предприятий, чтобы люди остались с деньгами, зарплатами, с пенсиями и так далее, чтобы предприятия не остановились, и самое главное, чтобы предприятия не были уничтожены. Донецкий завод настолько большой, что Захарченко пришлось передвигаться по его территории на машине. В ДНР немало подобных гигантов отрасли, и после первых заявлений о введении внешнего управления всех мучил вопрос, откуда взять сырье, чтобы обеспечить бесперебойную работу предприятий. Захарченко успокоил и экономистов, и работников. Сырье будем получать из Российской Федерации. На сегодняшний момент есть определенные остатки на самих предприятиях, продукции. За счет вырученных денег будем приобретать это сырье. Дальше этот процесс проговаривается в виде логистических моментов, которые необходимо будет решить. Они к концу дня сегодня будут полностью уже справками на свой положенный доклады. Я думаю, что в течение этой недели первое сырье мы получим.